Ребятки, всем хорошего денечка. Я только вышел из церкви, от которой вы сейчас видите, и был здесь не просто так. Итак, все по порядку. Благодаря вашим комментариям вы мне написали за икону о том, что стоит ее осветить. И вот я только-только вышел из церкви, поговорил со священником, он ее взял, осветил мне ее. И вот сейчас уже она полностью освячена, как вы мне об этом, собственно, и писали. Теперь она будет у меня занимать почетное место, именно в том месте, где мы производим наши видео, которые помогают людям. И вот такие делают нам подарки за то, что помог, человека чистого сердца подарил нашему каналу вот такой вот подарок. Так что, ребятки, вот так вот. Есть такие добрые люди, которые дарят действительно от души. Мне очень приятно. Священник очень сильно удивился, посмотрел ее. Кстати, очень долго ее рассматривал. И я рассказал о том, что парень, который мне ее дарил, сидит 15 лет за убийство. То есть он говорит, очень грамотная икона сделана. Священник сказал, что очень грамотная икона сделана. И рассматривал ее долго и сказал, что да, действительно, стоит осветить. И взял, и все мне вот как бы выполнил. Все, ребятки, ставим лайки, напишите в комментариях насчет этого видео, что вы считаете, правильно ли я сделал вообще или нет. Напишите об этом. И вообще, как вам такой подарок? Вот подарили мне, как вы считаете, надо было брать или может надо было все-таки отказаться? Напишите об этом в комментариях. Буду ждать очень сильно ваших мнений. Все, это реальная качалка. Всем доброго. Пусть хранит вас Бог.